І першою співатиме для судді та його гості Олена. Дівчина стала справжнім відкриттям львівського кастингу. У її фанати записався навіть непідступний Серега. С этой минуты я ваш искренний поклонник. Простите, что без цветов сегодня. Да. Спасибо большое. Та тренувальний табір просто вибив дівчину з колії. Нерви та втома на вирішальному виступі зіграли з Оленою злий жарт. Я думала все, если честно. Лена, скажите, пожалуйста, что происходит? Ну, я просто устала. И я собирала чемоданы с полной уверенностью, вообще с полной, что я уже дальше не пройду, что будет как будет, приеду домой, и все будет по-старому. Тоді провал Олени вибухнув запеклим суддівським скандалом. Серега затято захищав перед категоричним музичним критиком дівчину, у якій розгледів справжній талант. Да вы что, вот это ноль. Она поразила на кастинге. У нас для этого есть разные туры. Люди потеют, ночами не спят. Сегодня все, на кого мы ставили, спели отвратительно. Да не орите, пожалуйста. Зрештою, Сергій Сусідов погодився. Олена заслуговує на ще один шанс. Я постараюся проводити надежди, тому що для мене це дуже великий шанс в житті. Ты настроилась? Да, все, хорошо. Тогда давай. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте, Лена. Лола, это Елена Бирина. Очень приятно, Леночка. Красивое платье. Спасибо большое. Света, все, что на вас надето, это не просто так, а это специально. Да. Значит, а сейчас будете петь о грустной любви или о веселой? Нет, я сейчас буду петь не о любви. Песня из «Бурлеска». Шер. Да. Так, будет не про то, будут мешать клипсы и все остальное, остановим, заставим снять. Хорошо. Договорились? Да. Без обид. Хорошо. Все, давайте. You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Do it at your risk. Three flips grant you mercy, but know you everywhere. Теперь вернемся к самому началу. Сама себя нарядила. Сама, да? Надела все. Да. Все, что может мешать. Вот надо раскрепоститься. И все равно сколько людей рядом, если уж ты вышла на сцену. Да. И никогда не надо на себя надевать больше предметов тех, которые ты используешь на сцене, если используешь. Угу. Но это вам задача на будущее. Абсолютно. Хорошо, спасибо абсолютно. Огромное. Все понятно? Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Спасибо. Да. Ну, как ты спела? Как ты сама чувствуешь? Ну, всегда есть недочеты, но, в принципе, я довольна. Лучше, чем в прошлый раз? Да. Олена видихає з полегшенням. Сьогодні голос її не підвів. Ось тільки чи достатньо цього з її наставником? Вона дуже скована, без образу. Поэтому хорошо.